знаем, итальянский клуб из Неаполя в рамках Кубка Европы. Стадия 1/8 финальной части. От этой игры зависит, какая из команд, сегодня играющих на корте, выйдет в 1/4 финала. Спарта НК играет против итальянок уже не в первый раз. Состязание, которое проводилось в гостях у команды «Дики Наполи», наши девчонки выиграли с разницей плюс 22. Эта игра стала для неаполитанок своеобразным реваншем, поэтому их действия отличались напором и агрессивностью. В течение первых минут сражения «Спарта НК» удерживала лидерство, но затем команда соперника разогналась настолько, что сумела довести свое преимущество до 12 очков. Такой ход игры очень расстроил преданных болельщиков видновской команды. Девчонки стараются, но что-то непонятное с ним творится. Никогда такого не было. Даже до кольца не добрасывают. Как считаете, в конечном итоге мы победим? Нет. А почему? Физически слабо выглядит. Игроки. Сегодня мы играем хуже, чем в тот раз, потому что здесь мы не собраны. Пока что я не совсем довольна тем, что я вижу на площадке, но есть где прибавить. К счастью, сомнения были напрасными. В результате напряженного сражения наши спортсменки победили хоть и с небольшим, но все же преимуществом в 2 очка. Тем самым заветный Еврокубок стал ближе еще на 1 шаг. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.